Сегодня заседание правительства провел глава региона. Сергей Морозов сообщил, что отныне впредь, согласно трансформации правительства, заседания будут проходить под председательством губернатора. Глава региона также отметил, что это не последнее из новшеств, поскольку сейчас нужно уделить особое внимание старшему поколению. Для этого будет создано отдельное управление по вопросам ветеранов в составе Министерства семьи, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Поэтому предлагаю в ходе реформы органов исполнительной власти не забыть о том, что для нас крайне важно, чтобы у нас появилось особое отношение к ветеранам, не только связанное с уходом за пожилыми, а еще, говорю, особое отношение для того, чтобы, так сказать, мы их вовлекли, чтобы мы им дали возможность проявить себя. Единогласно на заседании был поддержан закон об охране зеленых насаждений в Ульяновской области. В документе закреплены нормы озеленения, обеспечения единства системы и охраны деревьев и кустарников. Законопроект разработан региональным министерством природы и цикличной экономики при участии членов рабочей группы, в состав которой вошли представители общественности. Закон крайне важен для улучшения в целом экологической обстановки в городах и населенных пунктах Ульяновской области. Он определяет и дополняет ранее принятые распоряжения, постановления, которые касались охраны, восстановления, создания насаждений. Члены администрации одобрили постановление правительства, которое вносит изменения в положение о Министерстве промышленности и транспорта. Согласно документу, ведомство наделяется полномочиями по разработке и реализации региональной политики в части организации дорожного движения, осуществления госконтроля в этой сфере. Также утверждается порядок ведения реестра парковок общего пользования на дорогах регионального и межмуниципального значения и методики расчета размера платы за пользование ими. В рамках вносимых изменений нами уже подготовлено 4 подзаконных акта. В течение месяца они все также будут приняты и в полную силу вступит уже законодательство на территории региона об организации дорожного движения. А вот проект закона, согласно которому увековечат память о выдающихся личностях и знаменательных событиях, вызвал среди присутствующих много споров. Назрела необходимость создать серьезную рабочую группу. Это не решится совещанием. Сели мы с Андреем Сергеевичем, поговорили, кто где проплату проводит. Тут целый комплекс проблем. Мы просто поднакопили много всяких вариантов, которые нужно сейчас попробовать пересобрать в законодательном варианте. И, возможно, это вообще будет пересмотр этого закона. Глава региона поручил создать рабочую группу, чтобы обеспечить комплексный подход к решению вопроса и дал месяц разработчикам на завершение законопроекта. Остальные темы прошли менее эмоционально. Члены правительства единогласно проголосовали за законопроект по организации оздоровления работников бюджетной сферы, компенсации расходов на оплату за коммуналку отдельным категориям граждан, имеющим задолженность по ЖКУ, программе приватизации госимущества на период 2018-2020 годов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.